Нам всем вместе за этим столом 250 лет. Вопросы от подписчиков, как здорово. Кстати, Паша единственный наш гость, который старше меня. Поехали. До этого все приходили моложе? Все моложе. Мы да, уже... некоторые даже в два раза были вот такие люди. Которые... Да, ну и нормально. Ты комплексуешь по поводу своего возраста? С недавних пор. Почему? После 20 начал. Да? Ну я не молодею. Ну согласен. А я актер. Не, ну выглядишь ты при всем при этом отвратительно, конечно. Давай поклянемся в следующем вопросе во что бы ты ни стало ответить хотя бы одинаково. Нет, клянемся. Давай поклянемся. Потому что, ну пусть будет неправильно, но хотя бы. Одинаково давай. Сейчас. Сейчас! Походу, надо отвечать Черновский мост. Потому что ты мне показал грядка. Грядка, а потом говоришь, вот такая грядка. Думаю, маленькая грядка. И как маленькая грядка? Клумба. Да клумба это не... Ах ты, сука. Марджанджа! Ну что? Маруф, блядь! Маруф! Потому что Мар, он все понял, а дальше они гуп и писать. Нет, потому что... А я, ай мне! Сидит лицо скукоженное, думает. И он пишет, бог. Блять, знаешь, посмотри. Упаду. Нет. Я вот так сижу, вообще не знаю, что писать. Сейчас, ну зачем ты сказал «да»? Ну за что я тебе сказал все, «да»? Все, мы проиграли. Я говорю, да. Херово ты говоришь «да». Прикинь, мы друг друга не слышим. Вот, зачем ты тогда говоришь «да»? Вот выживший. Типа... О! Выживший. А нихуя. А, выживший. Да почему вот мы, ну, занимаемся серьезным делом? Не знаю. А дед ебанулся в край. Просто смотрит. В наушники, блядь. Нет, он сказал ку-ку. Ку-ку. Ку-ку, блядь. Ку-ку. В наушники, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку сказал. Ку-ку. Смотри, ку-ку, Серёж. Смотри. Вот так. Ку-ку, нахуй. Ку-ку, блядь. Ку-ку. Графа какого? Де. Шаст. Де. Ля. Шашки, ля. Ёб твою мать. Толстый. А, Атос. О, пишет. Смотри. Тихо. Ты видел? Тихо. Чё ты пишешь? Не идёт, что-то не идёт. Слушайте, а нет такого, что вот... Чё у тебя не идёт? Не пошла играть, что-то не пошла. Не только Серёжа позу объяснял. Позу? Не, да, только он объяснял. Ну, согласен? Ну, его так, это прозвище, потому что он занимает всегда разные позы. Да. Да. Вот я вижу, что ты копы, все, ты сейчас пока отвернешься, повернешься, я уже... Серёж, ну схема рабочая, но он же тебя понял. Хай, бро, я туда что, смотрел, что ли? А почему бы и нет? Да не сначала... Вы такие все однозадачные. Потому что у вас там сначала случается флирт в какой-то момент. А кто это? Что? Нет, ну, блядь, представь, вот человек аккуратненько, допустим, да. Вот так на гвоздь, вот так. Просто на гвоздь. А нахуя а этот долбоёб? На! А зачем человек в середине игры аккуратненько на гвоздь вот так вот садится? Зачем? Подождите, давайте это вспомним своих учителей по математике. Светлана Сергеевна. Ой, учитель. Ирина Витальевна. Надежда Михайловна. Светлана Петровна. Светлана Александровна. Зоя Михайловна. Они все вдвоем верят. Лесбийская пара такая. Меня переводи. Мы ваши учителя. Сегодня мы вам... В любом случае, естественно, я не сделал простого подарка. Мы все, что захотим, друг другу подарим. Но это прикольно, мне нравится. Достаточно, естественно, сказал.